Какой гол! И что происходит? Что за легендарный матч? Тумба-юмба! Да нет, я думал мимо! Я на секунду подумал, что мимо! Что, друзья, всем здравствуйте! С вами я, Пандосов Иксович, и сегодня у меня в гостях Макс Гути. Здоровайся. Здравствуйте, здравствуйте. Очень люблю, особенно люблю, когда Пандос меня называет Макс Гути. Это сарказм или? Нет, честно, абсолютно. Могу тебя просто Макс Гути. Просто только ты меня так называешь, и я всегда очень по-доброму это воспринимаю. Это знаешь, еще со времен Твича. Да, 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 есть такая тема. Так, друзья, не одним кубком фиферов у нас, знаете, движуха FIFA 21 идет. У нас еще есть Королевская битва. Жеребьевка, если вы не смотрели, можете опять же посмотреть на канале у Просто Макса. Без Гути. В общем-то, все это дело происходит под эгидой БАТ, безалкогольный. Респект им за такую интересную движуху. В общем-то, в чем суть? У нас будут тематические битвы составов, и в частности мне выпала честь отыграть битву составов под названием «Ля битва Сантандер». Что это значит? А это значит то, что я беру какую-то легенду из Ла Лиги, в нашем конкретном случае у меня Роналдиньо 95-й, а у Макса 97-й зубастик. Я хрен знает, откуда он его взял, но, в общем-то, вот такая легендарная заруба у нас сегодня будет. По требованиям, минимум 3 лиги, 3 нации, и как минимум 3 игрока из Барселоны или из Реала. Мы собираем команду так, как будто Роналдиньо у нас из Барселоны. В общем-то, правила объяснил. Забыл сказать, что максимальное количество испанцев в составе один. А, окей, хорошо, буду иметь в виду. Я, в принципе, готов выписывать уже игроков. Какая у тебя схема, скажи мне, пожалуйста? 4-5-1. Чего? Ты креативно пошел. 4-5-1, это интересно. Так, я как понимаю, у тебя на страйкере стоит? Да, само собой. А у тебя какая схема? А у меня 4-3-3, третья. Моя любимая. То есть, ты мне выписываешь алфа, ПФА. А ты мне двух цапников. Окей, полетели. Андре. Да. Что вы мне расскажете, кто первый показывает? Давай я первый покажу, вот такие вот ребята. Хочу передать пламенный привет нашему товарищу Захару Фейслесу, который представляет на этом Кубке Фифер в Хорватию, потому что у меня здесь Модрич и Ракитич. Я Модрича выписал и зачеркнул, думал, что ну, блядь, слишком еще. Ладно, я выписал Эдегора Иска. Эдегора Иска, двух футболистов мадридского Реала. Да, ну вот Модрича я изначально выписывал, не надо менять свое мнение. Ладно, давай ты показывай тебе. Теперь да. Твоя очередь, покажи. Так, ну да, справа, давай. Я думаю, тут пальцем в небо, ты вряд ли угадаешь. Это Мохаммед Салах, 96-й, рейтинг красный. А слева Отавио. К сожалению, без шансов, потому что я выписал двух футболистов Барсы, Ансу Фати и Месси. Окей, переходим тогда, получается, к центру. Ты мне выписываешь ЦП ЦОП-ЦОП. А ты у меня ЛП ЦП ПП. А, ну да, получается так. Ну давай. Так, Андрюх, я выписал, поставил, я так понимаю, ты тоже? Да, абсолютно. Давай я первый покажу, с твоего позволения. Давай, показывай. Давай с ЦПшника, мне вот он интересен больше всего. Под Роналдиньо, да, кто стоит? Да. Ну, тут стоит игрок Барселоны. Так. Я думаю, ты, в принципе, догадывался. И так. Это красная карточка Фрэнки Де Йонга. Слева у меня стоит еще один игрок из Барселоны. Это чел, про которого, наверное, в целом многие забыли, потому что у него был трансфер в ПСЖ. Это Рафаэль Алькантара. Но его карточка в Ultimate Team сохранилась, поэтому он у меня, собственно, закрывает сразу два линка. Я Отавио и Де Йонга. А справа... Гений на Пандосе. А справа у меня стоит Роберто Фирмино. 89 рейтинг, фриз карточка. Это ты его за 14 драфтов выбил, да? Нет, он у меня просто арендованный валялся. А, я что, дурак, что ли? Понимаю, понимаю. Ну... Я выписал Коутиньо, Фабиньо и Акунью. О, ну ты интересные карточки прям повыписывал. Да. Но ну не давай, попал. Андрюх, какие карточки ты повыписывал, интересно. А я выписал вот такие вот карточки, чекай. С какой тебе позиции начать? Давай с ЛП. Ну что ж, тут стоит Гуччи парень, Алан Сен-Максимен. Блин, я был близок, я поставил Решфорда. Я знал, что ты уйдешь в другую лигу и... Да. Решфорда пихнул. Окей, а справа, что-то... справа я тоже ушел в другую лигу. И тут у меня Марко Ройс. Красиво. А ЦП? А на ЦП Миролем Пьянич, 85. С тобой сложно, конечно, предугадывать твои действия, учитывая, какие креативные составы ты собираешь. Да, я никуда не попал. Решфорд, Казимира, я Акампос. Вот такие вот у меня. Казимира был у меня в предыдущей сборке. Но Акампос... А, ты думал, я закрою. Ну, типа, Андрюх, да, я же собираю НЛВ, не забывай. Каждый НЛВ, мой состав это НЛВ, независимо, НЛВ, есть усложнение. Объясните мне кто-нибудь. Когда нет лишних линков, например. Я 1000 раз об этом слышал, да. Эта информация тяжело мне дается, знаешь, блин. Ладно, хорошо, давай перейдем теперь к ЛБ.
РБ. Постараемся уже хоть разочек попасть, а то мы что-то такие креативные составы собираем, что никто из нас попасть не может. Давай, на этот раз я первый засвечу. В общем-то, я стрелял в разные позиции, в принципе, я мог войти и отстрелять весь левый фланг, там у тебя вроде два варианта было, но я да, решил... Да, 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 как ты и тудым, и сюдым стрельнуть. Ну ладно, у меня слева Минди, справа Баку. Да твою мать, ну это оба варианта, которые я продумал и выписал другие, да что ж ты будешь делать? Охренеть, что за жизнь, что... Не мой день, короче, все понятно. Ну давай, я тоже тут, не знаю, пытался как-то что-то додумать, Как-то что-то пытался, в общем, да? Как-то что-то пытался, да, выписал вот этих двух бестов, не знаю, почему-то мне кажется, что один из них может залететь. Вообще вполне легко. Так, ну смотри, справа у меня Бруно Перес, такой вот бист бразильский, а слева Минди. 5 плюс 5. Сука, придурок на Гудмаксе. Вот я, вот, чтоб ты понимал... У тебя такая же проблема, да? У меня такая же была, блядь, мысль. Я думаю, ты по-любому Бруно Переш, ну 96-й, ну там охренеть какая карточка. Ой, блядь. Ёлки-палки. Я выписал Трента и Альбу, это ужас. Слушай, мы пока прям четко идем. Осталось лишь последние три позиции, два центральных защитника и голкипер. Так, ну что, давай, предлагаю тебе первому показать. Ну давай, я тебе могу объяснить свой ход мыслей. Первый игрок, которого я выписал, он образует Perfect Link, чтобы закрыть с Минди. И еще два бразильских центральных защитника я выписал, потому что чисто теоретически там ты можешь выйти еще на лигу, что-то добавить, поэтому я выписал очень сильных пацанов, и кого-то из них в теории мы можем у тебя увидеть. Окей, ну смотри, слева у меня Кимпембе, 90-й. Справа Маркиньюш 93-й и на воротах Лопеш. Маркиньюша убираем! Ну да, ну да. Когда ты начал говорить про бразильцев, я все сразу понял. Такой, я выписал Варана, Тиаго Сильву и Маркиньюша. Вот мысли у тебя были верны. Окей, хорошо. Ну теперь Аминами будет у меня. Ну смотри, блин, у тебя там миллиард вариантов был. Миллиард вариантов. Я предположил, что ты можешь пойти вот так вот, не знаю. Мои центральные защитники — это представители, по-моему, Рухи на прошлом кубке Фиферов — это игроки Валенсии. Ильяким Мангаля и Габриэль Паулиста. О. А на воротах у меня Лунин, игрок Реала. Третий, который был нужен. Нет, забей просто. У меня Диего Карлос, Милитао и на воротах Грохи, бразилец. Ну, это подходит под мой стиль, поэтому да, нормально. Да, я вот старался отталкиваться от этого, ты, блин, чуваков из Валенсии поставил. Ну, окей. Как говорится, гений на сборке состава. Я ничего не угадал, он у меня угадал одного центрального защитника. Но ну, ты тоже круто собрал, потому что, ну, так или иначе, самое интересное — это поиграть. Да, да, это поиграть. Тем более, я еще ни разу не играл за карточку Роналдиньо 95-го, только собрал. А ты наверняка уже успел поиграть за R9, как понимаю. За R9, да, успел поиграть, но не и так как много, он? Если честно. Хорош? Ну, он машина, супер, батя. Ну, ты сейчас увидишь, как я это... Я увижу, да. Давайте посмотрим вместе с вами, перейдем к матчу. Сейчас я приглашаю Макса и, собственно, Let's go. Получится. Погнали. Так, ну что? Так, мы полетели. А куда летим? Не подскажешь? Да, можно и в Уругвай, можно и в Сенегал. Ага, как тебе вот такая Нормально так. Спиной принял или чем он там? Так, это Марко Ройс. О, господи. Таких не знаю, блин. Ой-ой-ой, ты что? Роналдо. Так, нифига ты крутишь-вертишь. Подожди. Чё геймплей такой быстрый? Эй, я не успеваю за вообще. Чё происходит? Остановите. Нет, ты понимаешь? Нет, не понимаю. Я к тому, что Роналдо мега батя. И из-за того, что у него 5 звезд, я не могу за него не финтить. Так, ну вот Роналдиньо. Ага, понятно. Ай, ай. Ой, хорошо. Ой, отскоки. Да как отобрать у него мяч? Что за тип? Так это Роналдо, я тебе говорю. Что он крутится так? Я тебе говорю, если был Роналдо на кубке Фиферов, о господи. Мне бы это не помогло, потому что я все равно на Денчика попал. Блин, ну какой же. Давай не будем о плохом. Какой же Денчик крутой. Ой, Мангаля хорош. Хорош Мангаля. Блин, Мангаля. Че, у него какая-то крутая карта есть, да? Ну да, успел я. Там она два дня была всего. Бам. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Хорош. А кто у тебя кипер? А кто? У меня Лопеш, знаешь такого? Антони Лопеш? Ага. Из Лиона? Да, да, именно такой. Помню. Так, 0-0 у нас тем временем. Так. Роналдиньо, а ты хочешь сказать, что ты 22 вот этих собрал? Это арендованный. А, арендованный, слава тебе, господи. Сумасшедший, что ли? Не знаю, есть такие люди. Конечно, ну, типа, в конце FIFA столько бабок вливать в карточку не очень целесообразно. Ну да, соглы. Ой-ой-ой, Рон бежит. Давай, хорошо. Нет! Роналдиньо! Хорош! Вот это он запихнул. Нормальная, я как обычно вот такая... бросился в защите. А ты, подожди, ты Денчик, что ли? Здравствуйте, меня зовут Денчик. Как ваши дела? 8-1. Как ваши дела? А, кстати, я тоже 8-1 сыграл, кстати. Встретились. Да, нормально. Встретились два человека, которые сыграли 8-1. Только я в одну сторону, ты в другую. Да. По разные стороны.
Ой-ой-ой, ну это гол, скорее всего. А нет, это лол. Ой! Ой! Ага. Хорошо! Okay, нормально. Right. Ну слушай, с таким везением ты точно выиграешь кубок FIFA. Я вообще чемпион мира по везению. Мне пиздец. Да уходи ты! Бля, везде везет. Вака-вака! Беги! Блин, у Монголя там, конечно... Стена. Да, стена, мимо него не пройдешь. Ой. Ну понятно, короче, по-моему. Ну мы можем себе позволить что-то сделать. А, нет. Лети! Нет, не получилось. Уф! А у тебя Де Йонг 94? Да. Так, Рафиня. Не самая сильная карточка в моем составе. Это Мертенс бежит. Мне плохо. Вот тебе уже везде мерещится, да? Любой футболист — это Мертенс. Ой, дрэкбэк. Блин, ну это Мертенс. Есть дрэкбэк в FIFA, я забыл. Так, Рончик. Красиво. Почти. Так, а что у меня Кимпембе? Что у меня Кимпембе делает? Ты кто? Кимпембе? Алло, Преснель? Танцевать? Кимпембе прибежал в атаку, боже. 48 шутинг. Нет. Без привозов. Время пострелять лонгшотики. Я очень люблю битвы составов, лонгшотики хреначить. Все в твоих руках. Или нет? Ну, понятно. Но это не очень было похоже на лонгшот, ну ладно. Че, лонгшот будет? О, Аминами, бронзовый бич отбирает у Роналдо, чекайте. Так, Атавио, это... Монголя. Ну, блядь, ну, ты не должен чувствовать Монголю. А что, если его так сделать? Ну, я переключился. Ой-ой-ой, какой гол! Что происходит? Так, ну все, пора играть. Ой-ой-ой, как же он хорош, как же он хорош. Смотри, что он делает. Еще одну эластику. Смотри, что он делает. Бля, ну, конечно. Да что ж вы мимо-то все бежите? О, да! Панда Фиксович, поймал. Кураж поймал, да. Ой-ой-ой. Ну, хороший гол. Ну, что-то. Марко, спасибо что-то тебе, такое, Марко. Да. Роналдо бы гол забил хоть один. Не, ну, это, конечно, да. Попытка не пытка, как говорится. Ну, вот это похоже на лангшотик. Да, я решил немножко полонгшотить. Ой. Привоз Петрович или Михалыч? Ну, мне кажется, это Петрович был, скорее всего. Не, нормально. Ой, подскользнулся. Блин, как же неудачно вышло там. Да, не ожидал. Вообще-то неприятно. Так. Ай-яй-яй, как привоз. Роналдо! Я привез. Тут моя ошибка. 3-2. Роналдо, зубастик, показывает тоже, что что-то умеет. Пошел, Роналдо, ломать! Бронзовый бич, как же так? Нет! Нет! Ой! Блин, пролетел. Ага. Да, Пьянич, ты чё? Если чё, это был болл-ролл, потому что мяч подскочил. Ну, немножко не получилось, прошу заметить. Ой, Рон один. Ой-ой-ой. Он один, совершенно один. Ой, на! Вот так. Атавио. Блин, Рональдиньо солирует у тебя. Не, Рональдиньо прям очень хорош. Давай, пошел. Да нет, как он так пролетел? Блин. Ой, как... бронзовый, хорош. Забей, мне надо взять пару уроков у Денчика. Что-то у меня с реализацией какие-то проблемы. Да, напиши Денчику. Стань моим тренером. На следующий тур будет рядом с тобой сидеть. Ой-ой-ой, Монголя, жестко. Беги. Ой-ой-ой. Модрис. Опа, это кто бежит? А это кто тут? Роналдо! Ой-ой-ой, 4-3, что происходит? Что за легендарный матч? Роналдо, ты здесь. Я думал, мы тебя потеряли. Де Йонг! Ну оттолкни этого пьянища! Ну пьянич, это же пьянич! Пожалуйста, Минди. Нет. Минди. Нет, стой, фу! Роналдо! Мало финтов! Это 90-е! Андрей, ты здесь? Нет, я ушел. Не трогай меня. Нет! Тумба-юмба! Да нет! Я думал мимо! Я на секунду подумал, что мимо! Не, ну слушай, матч, конечно, легендарный получается. Королевский, как и положено. Королевский. Много голов, интрига, драма, вообще триллер. Вообще жесть. Столько всего. Что еще есть? Артхауса не хватает. Ужасы. Только. Комедия. Ой, вот эта комедия сейчас была, конечно. Ой-ой-ой, как ты не попал? Давай, Тайвил, у тебя пейс. Ой, ёптыть. Что за пешеход бежит рядом? Кто это? Понятно. Опа, пеночка. Пеночка поехала. Блин, даже как так? На нахер. Так, Роналдиньо, вот так вот. Ой-ой-ой. Без шансов. Прошил.
На! Как он ударил? Что за анимация была? Ты видел? Ты видел его ногу? Смотри, как он как-то странно ударил. А, блин, слушай, это знаешь, это как он Челси забил за Барсу. Да, 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 у него какая-то своя анимация, видимо. Да, блин, это прикольно. Охренеть, что за карточка сумасшедшая, ребята? Каждому рекомендую к сборке. Блин. Лопаш хорош. Окей, так, давай. Роналдыч. Пробуй закомбэчить, как говорится. Да нет, стой. Стой. Спасибо, что стоял. Что происходит? Что происходит? Вставай, вставай, алло! Просто развлекся такой, ну нахер. Ну слушай, тут, наверное, уже все. Гол престижа. Наверное. Пожа побежали. И однозначно точно скажу, что Роналдиньо это просто сумасшедшая карточка. Я сейчас реально задумался о его сборке, потому что он творил в этом матче, это просто фантастика. Вот, ну что я тебе хочу сказать, игра прошла круто, на встречных ветрах, так сказать. И такие игры мне нравятся. Да, вообще кайфом сыграл. Сейчас хочу пересмотреть гол через... Блин, какой гол, вы посмотрите. Если честно, я там просто уже кино смотрел, ну я тоже хочу посмотреть. Смотри, какой повтор. Тут еще Дайон как-то пас дал, знаешь. Вот так, посмотри. Навес. Так, я пода... А, понятно. И тут Роналдиньо, на, просто красота. О, вот здесь, посмотрите. На. Это очень смешная поза получается. Чекайте просто на эту красоту. Ну что, ребята, всех благодарю за просмотр данного видеоролика. Очень веселый матч получился. Сейчас мы перейдем на канал к Максу и запишем к нему битву составов на Культиматику. Собственно, узнаете, если перейдете по ссылочке в описании. Спасибо, Макс, что составил мне компанию. Полностью взаимно, Андрюх. Увидимся на днях. Чао, какао. Чао.